Да вот, я ставлю кровать, все, ложись. Привет, друзья, Фикса, и добро пожаловать обратно в Майнкрафт. И первое, что вы мне зададите, это почему я так важно одет? В костюмчике, значит. Я сегодня переоделся не просто так, ведь мы будем сегодня переодеваться. А то есть превращаться в мобов каждые 30 секунд. А самое интересное, что все эти мобы будут иметь уникальные способности. И смотрите, где мы с вами сейчас находимся. Это же остров, а не бывает островов. Без... Акакиев! Точнее, Акакия. Фикса... Что? Фиксай, какого черта ты лодку забрал, а? Мне пришлось плыть просто так. Я вообще-то здесь заспавнился. А. О, кто-то лайк не поставил, написали. Прикинь, YouTube написал лайк, кто-то не поставил. Ребят, нужно исправлять дело срочно. Акаки, давай, ты сегодня решаешь, сколько лайков мы должны набрать. Два. Два лайка, согласен. Почему так мало? Ну смотри, один я, другой ты. Хорошо. А также подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. А мы начинаем. Приятного просмотра. Акаки, на счет три мы станем мобами. Раз, два. Ага, обманул. Я лисица, а ты пицца. Ой, реально пицца. Ха-ха, сейчас съем. Пошел вон. Слушай, а сколько я тебе урона наносил? Я же лисица, я, наверное, много наношу. Давай-ка еще раз, я что-то даже не замерял. Давай. Давай, один раз ударяй, сколько у тебя хп? Ты забираешь по одному сердечку у меня. Ну, куда меня? А ты у меня пол! Ха! О, все! Мы дальше про. Не, ну почему я кот, а ты эндермен? Ну-ка иди сюда! Не-не, даже не смей! Если не ошибаюсь, ты теперь можешь телепортироваться. Ну давай сейчас проверим, ты где? Вот я здесь, попробую телепортироваться. Да, отлично получается! О, Акаки, я в крипера превратился! Да кого ты обманываешь, я дельфин, я поплыл отсюда! Не, серьезно, вот я за тобой сейчас бегу! Да ты че? Да, да. Откуда здесь корова взялась? Ну, корова, иди сюда! Так вон там свинюшки еще есть! Капец, ты видел? Корова упала в море! Ну вообще поверить! Да, это ты был. Ладно, Акаки, мы сегодня должны будем с тобой пройти Майнкрафт, поэтому я предлагаю с тобой добыть сейчас кучу дерева. Ты добывай, я пока дельфины не могу добыть. Кто ты? Я могу летать, я попугай. А ты кто? Я свинья. Я знаю, а в кого превратился? В свинью. Дежавю какое-то, Акаки. Лотерея на лайк, друзья, правила вы знаете. Объяснять, думаю, не буду. Поехали! Неважно. Все, Акаки, не знаю, как ты, а я начинаю добывать дерево. И я опять-таки стал лисицей. А я киса. Слушай, если не ошибаюсь, я буду... Да, смотри! Ты в зубах! Да, круто! Подожди, а если я сделаю доски, например, то они тоже будут во рту. Вау, это очень мило. У тебя новая челюсть, наконец-то ты сделал зубы. Реально, намного лучше идет. Так, сделаем верстак, ставим его. Отлично, Акаки, продал. Ты знаешь, как ты забавно добываешь дерево. Ты просто АФК. Стоишь! Акаки, главное, не перенапрягайся, пожалуйста. Я придумал. Подожди, стой, я сейчас добуду еще немножко дерева. Кстати, кем я стал? Я стал ослом. Гениально. А что-то изменилось? Не надо, я первый так пошутил. Попробуй в лодку сесть. Малосольные огурчики с молоком. Садись. Лезут. Что? Акаки, ты... Единственную нашу лодку сломал, ты знаешь? Вот и все, теперь ты панда, иди жуй свои бамбуки. О, Акаки, найди меня настоящего. Да, это ты! Чего ты взял, что это я? Ну ладно. Да как ты узнал, что это я? Я не пойму! Ну как? Разве я палился? Да. Как? Ты единственная свинья, которая воняет. Да, ну все, иди сюда! Ну все! Ладно, все, как я предлагаю полететь отсюда, пока я визор. У меня есть куча времени, чтобы улететь отсюда. А куда ты полетел? Ну, искать нормальное место, пока ночь, все равно, пока доплывем с тобой, будет уже день. Я верстак, наверное, тогда заберу. О! Погоди, я придумал, пока я визор, я сейчас по-быстрому заберу все, что находится в этом сундуке. Колокольчик, серьезно! Вы издеваетесь! Нет, я еще и пауком стал! А как же не повезло! Тебе повезло, настало время искать деревню. Какое повезло, как я выберусь? Я тебе что, по дну реки буду ходить? Вот и выбрался. Деревня! И я еще плюс аксолотль. Поплыл. Боже мой, как я быстро плаваю. А как и ты кто? Я... Да я знал, что ты... Ну нет, все мои вещи. Иди. О, все, вот с прутом превратился. Давай, иди добывай все эти вещи мои, которые ты потратил. Придется до тебя плыть пандой. Опачки, эндермен. Капец, тебе не повезло. Ты ифритом в воде заспавнился, начал урон себе наносить. Все, можете телепортироваться. Погнали, напугаем этих жителей. Давай, а можно я сожгу всю эту деревню? Тут сломанный портал, кажись. Где? Да, давай сюда. Бегу. Еще один, прекрасно. Пожалуйста, хоть бы там были хорошие предметы. Там ничего нету.
А мне еще не было. Подойди сюда, вот подойди сюда. Иди сюда, сейчас сожру тебя коровой! Да ладно, держи. Там, короче, было вот это вот все. О, вот это хорошечно. Золотой меч на отдачу 2. О, можно наконец отстать от тебя. Я тебе тогда вещи твои не отдам. Так ты уже все и так отдал. А это я тебе штаны не скинул. Зачем они мне нужны? Я корова, коровы штаны не носят. Опачки, и теперь мы обменялись местами, я панда. Я надеюсь, я протиснусь в эту дверь? Естественно, нет. Я тоже не протискиваюсь. Слушай, мне интересно, а как мы вообще с тобой спать будем? О, это надо будет проверить. Так, для начала я хочу найти здесь сундуки хотя бы. О, двойная дверь. А, здравствуйте, мы заберем у вас кровать. Благодарю, спасибо. Не, даже не пытайся у меня забрать. Что забрать? А, подожди, это не ты был? Я не житель. А кто ты? Я? Зомби? Ты, ладно, не обмануть тебя. Слушай, ты же голем, ты по идее пустой рукой можешь очень большой урон наносить. А я голем реально! Погнали, один на один выйду с этим, со здоровяком. Где он? Покажи мне его. Давай, гаси его. Пошла, жора! Только у меня 3 хп, я его подкидываю даже так же. Нифига себе, у меня урон. О, нет, он просто превратился. Не успел я его убить все-таки. А что? А мне в воду. О, выпали вещи. Я поплыл отсюда. Да, тебе все-таки пора уже немножко воды. Слушай, под водой я прям вообще очень быстро плаваю. Ну ты же дельфин все-таки. Кстати говоря, еще забавный факт, ты очень красиво ныряешь. А, все. Не, нет, а я дельфин! Я тонул. Так, я тогда заберу вот это вот железо и бегу к тебе. Я не могу всплыть. А, ты голем, ты ж тяжелый. Нифига себе, ты держишь меч, как заточку какую-то. Не подходи. Реально, как настоящий генста. Друзья, а ну подойди сюда. О, нет. Просто опять ифритом встал, утонул. Слушай, Фикса, в принципе, неплохо получается, что? Хочешь, я тебе кое-что подожгу? Не надо, мне кажется, это опасно очень, лучше этого не делать. Я давно не ел сырую жареную говядину. Так дожди, чтобы она из меня выпала сначала. О, я превратился в этого, в жителя, прикинь. В Гаста. Не, я житель. Ты думаешь, я поверю, что Гаст здесь просто так появился? Кого-то обмануть пытаешься. Совершенно не важно, какой я огромный. Акаки, пожалуйста, добудь дерево. У меня есть 3 железа, этого нам хватит на ведро полноценное. У меня верстак упал. Куда? Подними его. Нет, он упал там. Да опять я корова, да что ж такое? И ты жирнее меня! Как в игре. И в жизни. Нет. Сколько ты весишь? Кто там пиццу недавно ел? Кто шурму каждый день ест? Вот именно. Так, у меня есть уже верстак, если что. Верстак, это хорошо, но нужно больше дерева. Так, у меня 8 дерева. Давай мне. Нет. О, а ты знаешь, что лисички любят кушать курочек? О, смотри, там лайк и подписка. Не удалось заплатить. Копаю туннель для освобождения. Кого? Себя. Капец ты, осел, конечно, Акаки. А можешь помяукать микрофон мне? Не надо никогда больше так не делать. Хорошо. Я все-таки сделаю железную кирку и пойдем, Акаки, мы с тобой лучше в шахту. Ты хоть знаешь, кто ты? Да, я опять аксолотль. Очень милый, красивый аксолотль. Нам в шахте нужно срочно найти железо. Прямо очень-очень быстро. Только если большая проблема в шахте, если мы с тобой станем, например, спрутом, то мы погибнем от недостатка воды. И что с этим делать, я даже и не знаю. Как мы вообще с тобой сможем пройти Майнкрафт? Да, вряд ли, мне кажется. Ты знал то, что если кто-то из нас становится големом, то можно, в принципе, убить этого голема и выпадет с железа. Да? Да, так работает. Окей, это надо будет проверить. О, слышь, Акаки, я пока добываю тут ресурсы, попробуй лошадку оседлать. Ну, приручите ее. Я прям слышу, как ты массивно нажимаешь на нее. Плохая лошадка. Да блин! О нет, я зомби! Домой, иди сюда! Следуй за курицей! Бегу! Ух, все нормально, все хорошо. Привет, сладкий. А попробуй выйди! Ты не курочка Жек, поэтому могу выйти спокойно вообще. Ну ты! Так, слушай, где-то у них здесь была плавильня, я точно помню. Точно не в этом доме, точно не в этом. Живи! Ты меня видишь? Конечно, да, вон бегает житель маленький. Да ты чё, обалдел что ли? И ладно, следующий выстрел в тебя. А, нет, не будет, я попугай. О, да, оно иди сюда! А вот и все. Пока крипер, ты ко мне вообще не сможешь подойти. Да ё-моё, ты издеваешься! Нет! Ты успел! Ладно, я не нашел плавильню, зато нашел печку. Наконец-то можно переплавить наше железо. Куда спать, лег? Еще рад ложиться. А ну давай, пошел отсюда, житель. А можно я? Конечно. О, привет, Акаки. Кто ты? Не. Нет! Там я печку сломал, что ли? Нет, ты печку не сломал. Ты кровать мою сломал. Где спавнится? Я теперь выбраться не могу отсюда. Опачки, железо то переплавляется. Тебе помочь? Я гигантский визор. О, давай, спасибо. А, так я сам могу, смотри. Путь себе делать. Нет! Ух, я испугался. Я стал свой. Ага, ты попробуй мне попади. Давай, рискни своим здоровьем. Попади в челу маленькую. Слушай, Акаки, я уже снимал кучу роликов, где я превращался в мобов. Но это самое хардкорное и самое интересное из всех. Потому что каждые 30 секунд превращаться в мобов, ты вообще не знаешь, кем ты станешь потом. Я стану человеком.
Это не суждено тебя какие. Между прочим, все эти видео можно посмотреть по подсказке справа, они очень интересные. Кликайте по ним прямо сейчас. Да боже, как тебя подловить-то, а? Никак, я очень быстрая кошка, я Spider-Woman. Ну типа женщина-кошка, ну ты понял. Все, Эгги, бежим, пора уже заспать. По кроватям, по кровати, у меня есть две кровати синие как раз таки. Во, пока мы я осел! Так я знаю, быстрее в кровать. Но ты не сможешь зайти, давай сюда, давай сюда. Да вот, я ставлю кровати, все, ложись, все. Мы с тобой оба эндермена! А, мы с тобой оба эндермена. О, смотри, я могу флексить. А! А, ты типа злой моб, прикол. Я могу флексить, а какие, смотри. О, залипание клавиш. О, смотри, мы теперь попугаи и пчелы. Стой, а если ты меня ударишь, что произойдет? Ты меня травишь? Не, нет, а, ты не злая пчела, ты обычная пчелка. А я летун. Что? Так быстро? Казалось бы, просто пукнул. Так, еще один голем. Оу, щищ. Давай, давай, гаси его, гаси его, пока высокие летуны. Да. Дай. О, я могу его поджечь. О, да, я его поджег. Я его поджег. Хорош, хорош, поджег. Убиваем, убиваем его. Давай, давай, гаси его. Сейчас, гаси. На опережение пойду. Все, супер, еще 6 железа. Так, все остальное должно было уже переплавиться. Если ты дом, конечно, не снес. Во, все, переплавилось, я забрал. Забирай. Уи, уи. Так, Сакаки, кирка у нас есть, я ставлю верстак и начинаю делать ведро. Все, ведро у нас есть, замечательно. Что нам еще нужно сделать? Огненного у нас уже есть. А, и по сути все. Воду сейчас наберем, найдем себе озеро лавы и все, считай, мы с тобой не прошли Майнкрафт. Ой, я как раз таки пока пчела, пойду поищу лавовое озеро. Полечу, а не пойду. Все правильно подмечено. Я вижу, как маленькая пчела улетает. Главное высоко не сбираться. Нет, я в зомби превратился, я умер! Акаки, полет был успешный, но я все-таки не смог найти. О, теперь ничего не горит, остудил. Слушай, я вот ищу озеро лавы, и мне кажется, мы с тобой в зимнем биоме его не найдем. Я с тобой полностью согласен. Я дельфин! Я дельфин! Я дельфин! Я дельфин! Крутой трек, продолжай! Я дельфин! Я дельфин! Я купил себе кефир! Я плаваю! Я не помещаюсь никуда, я жирный пингвин! Ой... Ой. Аплодисменты, аплодисменты. Ой, спасибо. О, какие овации! О, как здесь еще по совместительству есть еще одна деревня, оказывается, прикинь, но у нее, естественно, не пойдем, потому что она нам не нужна, ведь у нас уже есть такая деревня. О! Ай! А как, это лавовое озеро было в метре от нас. Да? Нет, мы с тобой два брата-акробата. Ну это шикарно. Я тогда сейчас заготовлю всю платформу. Ага, да, давай, 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 конечно. Что там, готовишь? Ну да, ну да. А как, угадай, кто из этих коров ты? Ну угадай, кто из этих коров ты? За какую ты играешь? Я играю за ту, которую сейчас хотя бы хоть что-то пытается сделать. Хотя бы проходит Майнкрафт. О, мы теперь два аксолотля. Я пойду поплаваю тогда, давай. Да я пока что буду начинать делать портал. Я смотрю, у тебя удачно все получается. Вообще успешно. Все, мы сейчас с тобой в ад попадем. Многие говорили, что успех ему светит. Я говорю, что тебе светит лишь фонарик. В итоге лампочка была выключена. Да, я не так шутка. На, ну ладно, так тоже можно. Я эндермен! Куда я в воду полез? Я же эндермен! Ну молодец, все испортил, все. Капец! Ты взорвался? Сзади крипер был, прикинь? Да кого ты пытаешься обмануть? Я Гаста видел. Всем здравствуйте, я Гаст. О, пока я попугай, а какие? Это будет очень быстрый портал твоей жизни. Это очень большой. О, нет, я осел! Да, ты построил слишком большой портал. Да нет, я не про это! Сколько можно шутить на эту тему? Я не буду тебя осуждать, ни за что я тебя не осуждаю. Ты вообще АФК просто стоишь, наблюдаешь за всем. Я-то хотя бы стараюсь. Ну я молодец. Так, вы не проходите, вы маленького роста. А чё это я маленького роста-то? Дай мне пройти, дядька большой, а? А, нет, вот вырасти, и тогда вот можешь проходить. Ну я сейчас попытаюсь. А, вот вы выше, проходите, проходите. Паси, паси, прохожу, конечно же. Вот, активируем, все, заходим, мы можете со мной пройтись. Спасибо. А как я? Там, кстати, крипер взорвался, прикинь, пока ты телепортировался. Ладно. Давай, давай, я тебя жду. Я в своей стихии. Я спасу тебя. Все, он, короче, поджегся, ему хана. Красава, это же эндермен. Все, как и летим отсюда. Ты портал хочешь ломать, как тебе ломали портал или что? Почему я не могу летать? Ты можешь летать, два раза прыгни. Я не могу прыгать. Точнее, да? Я могу, но я не летаю. Да ты офигел, что ли там шмалять? Я овцой стал. Реально, после таких поступков определенно. Так, смогу ли я телепортировать? Не, не смог. Да о! Блин, ну почему так быстро? Нет, я спрут! Удачи! Удачи! Ну все, капец. Капец. Я тебе помогу, я тебе помогу. Я панда, я не могу протиснуться. Вот именно. Вот чтоб ты стал спрутом, ясно тебе. Я лучше разобьюсь.
И ты за то, как я понимаю. Наши кровати заняли, прикинь. Житель мешает, уйди отсюда, житель! Я заскриншотил на всякий случай. А ну-ка ты, Ляша, как и ты. Я тоже не люблю на подушке спать, а как я поддерживаю. О нет, а как и я превратился в стража. Да? Ну-ка подожди, подожди. Есть для тебя один, мне нужна вода, средство. Срочно. Какое? Я тебе сейчас помогу. Не, у меня глаза безумные, с ума схожу. Интересно, я смогу в тебя попасть? Не, не попадешь. Я страж, я очень быстрый и ловкий. О, я теперь дельфин. А я... Это не я. Это не я! Да кого? Всего лишь плавающая свинья! Каждый день такую встречаю! Чё ты там свинью избивал? Я... Ого! Давай, попробуй! Попробуй на суше! Ты не выживешь ни за что! Пока я добегу, я уже превращусь в кого-то другого! Я фантом! Все, я полетел! Я очень быстро летаю, Каки! Где ты? Я уже улетел! Ищи меня в далеких краях! Как неудобно быть пауком в воду! Да где же крепость? Нет! Ну как... А как это невозможно? Опять светящийся спрут. Это просто нереально. Я тебе говорю, мы не сможем с тобой так пройти Майнкрафт. Серьезно, Эндермит? Самый полезный Майнкрафт. Что такое? Что ты кричишь? Нет, дракон! Ты дракон, реально? Подожди, я придумал! В лаву! Падай в лаву! Быстрее, умирай! Сейчас, я не могу! Я ничего не получаю! Как ты не получаешь быстрее? Вообще ничего не получаю! Ты умер? Да. Ой, я стал сполохом. Все получается. Мы типа прошли Майнкрафт, получается. Ну, дракон убит. Офигеть. Ты, кстати говоря, заметил то, что мы в новых мобов начали превращаться спустя какое-то время. То есть все по стадиям было. Ты сначала кем стал? Стражем, потом фантом. Да. Сейчас теперь вообще я драконом, и эндермит у тебя был. Да, это реально походу по стадиям делится. Офигеть, это было круто. Но хоть так, потому что по-настоящему это реально невозможно. В любом случае, это было мега интересное видео. И я надеюсь, что оно вам понравилось. А если вы так обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. Тихо, скелет, ты что меня пьешь? А для вас старался, получается, маг и козел. Точнее, фиксая, Каки. Всем удачи, до скорой встречи, пока. Увидимся в следующем ролике. Не забывайте смотреть предыдущее видео. Пока! Пока!